Друзья, вот так у нас все получилось. Здесь у нас со всех 5 банок мальки. Что хотел сказать, забыл прошлое видео, потому что и так долгое. Мальки пускай живут вот в таких вот баночках. Вот этот отсадник для них, тут около сотни мальков, около сотни мальков. Мы на прошлом видео все видели, что и 6 самок, 6 мальков, извините, может самка родить и больше 30 до 100 штук. А у нас получилось около 100 мальков от 5 самок. Что хотел сказать. Вот в такой емкости, где мало воды, малькам будет проще найти свой корм. В данном случае это артемия, чем вот в таком вот отсадничке небольшом, хоть он и небольшой. Потому что мальки плавают здесь полностью, и здесь, и они видят корм, который живой, вот как я артемию сейчас им дал, они видят его, гоняются за ним и едят. Растут одновременно. Не так, как в этом. В этом аквариуме они бы, кто больше съел корма, кто меньше съел корма, рост у них бы был совсем другой. Они бы росли по-разному. И что еще хотел сказать. Я вот так делаю абсолютно со всеми живородящими своими рыбками. Пицилиями, меченосцами. Пицилик у меня, правда, нету. Малинезиями. Меченосцами, повторюсь. В основном все живородки у меня в таких вот 5-литровочках. 5-литровки очень удобно. Срезаю горлышко. Когда мальков уже пересажу, вот такой вот осадничек. Тут он у меня на 15 литров. И уже спокойненько убрал 5-литровки. Они никому не мешаются и не занимают много места. Малькам здесь место в этих 4 литрах, наверное, просторно. Они видят корм, питаются нормально. И вот так вот. Чем вот в таком вот большом аквариуме. Рыголистник я сюда кладу. Но в данный случай у меня не рыголистник, у меня вот такое вот растение. Кину на всякий случай и пускай живут. Будем растить малышей. Подписывайтесь на мой канал. Также будем считать их, пересаживать вот в такой вот отсадничке. Я заказал 5 отсадничков больших, 20 сантиметров ширина, 40 длина и высота будет 30 сантиметров. Вот такие вот, можно сказать, большие отсаднички. Ну, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!